Всем салют, друзья! Ну что, у нас новый кэш подъехал. Counter-Strike Global Offensive. Надеюсь, он вам понравится. Мне лично он уже понравился, потому что я его посмотрел. Сейчас я вам о нем расскажу. Новые прострелы, новые подсадки, новые вообще текстуры. Ну что, погнали смотреть, не будем затягивать. Let's go. Так, перенеслись, ребята, с вами на новый кэш. Видим мид. Это пока что старый кэш. Вау-вау-вау, новый. Смотрите, какое окошко появилось справа, и буст еще сверху появился слева. Видите, над мидом? А с окна вообще будет просто теперь отстреливать очень круто. Так, A-Plant. A-Plant, что у нас здесь поменялось? Это старый. Давайте нам новый. Ёшки-матрёшки, смотрите, какой новый появился. То есть у нас появилась машина по центру, остальное вроде бы все то же самое. Вроде бы ничего такого не поменялось. Просто все очень красочно. Справа убрали большую стену. Так, 0, старый и новый. Вот тут ничего не поменялось, по бустам и так далее, все то же самое осталось. То есть, блин, очень крутая, она такой в чернобыльском. Это СССР, чернобыльская, такой вариант. B-Plant, мой любимый B-Plant, где я сам занимаюсь постоянно позиции. Так, окей, очень красочно. Справа сверху, ребят, буст. Справа сверху буст появился. А так, вроде бы ничего, слева какие-то ячеечки появились, там где на мусорке. Так, main, remain, а тут у нас поменялось, а тут у нас поменялся деревянный пол, ребят, теперь ходьба, не знаю, как будет слышно, по-другому, наверное, если он деревянный также. Так, выход на 0 с тиспауна, у нас поменялась машина, теперь какой-то зил это или что это за машина, не знаю. И все то же самое, крашено, ничего такого по бустам не поменялось. Так, теперь смотрим мы. Так, ну тут ничего такого, просто нам показало. Просто показал, ну как бы просто показал. Да, ребят, кстати, стикер симпла убрали. Стикер симпла убрали. Так, это, сквики, как у нас поменяется сквики. Вау, вот это очень круто, в синих цветах, мишка, окна. Очень круто, как будто вообще на другую карту попали. Реально, вообще офигенно. Мне это очень нравится. Так, окей. КТ спаун, выход. Так. Как-то подлагивает немного, поддергивает картинку. Что это, ребят, не у меня. Справа граффити добавили. Так, а тут что у нас? А тут вообще стену полностью убрали. И вот так вот зеленая дорога. Привык быть первым всегда и во всем. Веришь в свою удачу, не боишься ее испытать? Заходи на Stepix 100 и сразись с близким по духу соперниками. Любители интриги, азарта и крупных побед ждут тебя, чтобы принять бой. Stepix 100 – первый сайт, который раздает бонус в течение дня. Просто за то, что ты находишься на сайте. Проект проверен временем с безупречной репутацией и прозрачной системой игр. Открытый профиль игроков, моментальные выплаты и никаких комиссий при депозите либо выводе средств. Многочисленные отзывы в сообществах от тысячи довольных победителей, которые говорят сами за себя. Бесконечные розыгрыши круглых суммы и раздачи ценных призов ждут тебя. Активируй промокод закрепленный комментарий, вот промокоды ограничены. Залетай, будь первым. Дерзайте, братва. Погнали. Так, теперь нам покажут, как позиции какие-то занимать новые. Так, окей. Во, смотрите, добавили такую доску. Теперь намного легче будет запрыгивать на буст, на девятку, как то, как он называл, middle девятка, буст, то как. Так, на миду появилось у нас окошко справа и сверху буст, но это, наверное, тройной или четверной надо будет делать. Вот видите, какое окошко, это ультра офигенно, правда. Но если будете там слева простреливать, прострел по-любому будет с авика, не знаю, с калашом, это надо будет проверять. Когда выйдет новый кэш, кэш выйдет где-то 10 числа, как говорят. Это что? А, через верх можете, посмотрите, кидать флешки, молики за тройку на планте. То есть там убрали вообще целый верх. Очень круто. Открыли больше карту. Смотрите как. А, теперь можно с машины чекать прям A-Plant. Тоже офигенная позиция. Блин, как будто, знаете, много позиций добавило для КТ. То есть, чтобы КТ как можно больше занимало. Смотрите, как на Б запрыгать можно. Вообще ультра офигенно. Смотрите, это бомба вообще. То есть на Б-планте одна позиция новая, на А-планте одна позиция новая. Так, сейчас посмотрим, какие еще позиции у нас новенькие есть. Это, блин, очень круто. Как эти за позицию эту теперь назовут? Так. Это что? Ага, это теперь как простреливать. Показали нам, что можно так простреливать теперь. Так. Верх открыли. Верх открыли. Блин, теперь смоки можно раскидывать, так круто. Это, короче, ребят, как новая карта кэш. Смотрите, на батарею, на ящик можно теперь запрыгивать. Запоминайте. Как новый кэш добавят, это где-то 10 числа.
сразу записываю для вас видосик по раскидке, просто по новому кэшу, это уже два видоса будет. По прострелам, это третий видос, это вообще по кэшу можно будет просто целый контент записать. Ну что, ребят, понравился вам новый кэш? Мне лично понравился. Напишите в комментариях, понравился либо нет, что вы хотели бы сюда добавить, может быть. Что вы думаете вообще, будет ли срезать FPS? Я думаю, что да, FPS будет поменьше. Но посмотрим, какая там будет карта. Также, ребят, по поводу прострелов, какие-нибудь ванвей смоков, смоки, флешки, раскидки и так далее и подобное, видосики будут, так как выйдет новая карта 10 числа, как бы нам обещается, да-да-да, 10 числа выйдет новая карта, 10 октября, не забывайте. То, ребят, впервые на канале, подписывайтесь, ставьте палец вверх, пишите комментарии, не забывайте, скоро будут новые видосики. Все, ребят, всем до новых встреч, всем пока-пока.